Гораздо меньше. Посудомоечная машина также хорошо отмоет такое же количество посуды. А воды понадобится всего 12 литров. И посуда сияет. Счет за воду может вас приятно удивить. Чистая посуда без компромиссов. С посудомоечной машиной и финиш. Аварии туннель может по-настоящему превратиться в ловушку. Наш следующий сюжет вам это покажет. Езда
бараху, но и отлично справляются с ролью штурмана.
в открытое море нельзя. Волны могут разбить то, что осталось от лодки, в любую секунду. Как всегда, у спасателей времени в обрез. И торопиться нельзя. Риск слишком велик. Наконец, подготовка завершена. Начинается самое важное. Бесконечно долго тянется время. Но это кажется. Спуск занял всего 50 секунд. Невероятно мало в такую погоду. Но из воды достают лишь одного человека. Спустя секунды он вне опасности. А как же второй? Его же расплющит о скалы. Вертолет направляется обратно. Трос вновь устремляется в бурлящую пучину. Теперь только молиться. Невероятно! Вот они, оба живые и невредимые. Шнайдер как-то так переживал, что даже дату не выставит. На самом деле происходило все это. Очень вовремя. Бедолага успел хорошенько наглотаться воды, но сейчас его жизнь в надежных руках. А это побережье Китая. И помощь нужна, как всегда, немедленно. Только бы рыбаки не запаниковали. Хотя ситуация у них и вправду критическая. Нужно не только приземлиться, но и удержаться. Волны